Так, для тех, кто смотрит в записи, сейчас коротенький обзор героя под названием Ангел. Очень слабенькая, но это герой поддержки. Собственно, у нее есть воскрешение, которое иногда может просто перевернуть ход битвы, особенно после там, какого-то тимвайпа, после связки вражеских ультимейтов, например. Все влетело, все плохо, и вы тут воскрешаете. Ангел-хранитель — это возможность подлететь к союзнику через shift, там, через левый shift. Кадуций — это первое оружие, которое восполняет здоровье в одном режиме и увеличивает урон в другом. Есть еще пистолетик, кадуций-бластер. Стреляет, ну вы видите, как стреляет он. И оно еще умеет парить, то есть нажимать пробел для того, чтобы медленно-медленно спускаться вниз. Герой, судя по оценке близов, он один из простых, в общем-то, в плане использования. Стратегия у нее достаточно простая. То есть ты чаще всего цепляешься к какому-то человеку-танку, вот типа свина, да? Его лечишь. Если со здоровьем все в порядке и нужно сделать акцент на уроне, ну, то закидываешь в него правой кнопкой увеличение урона. Если нужно резко приблизиться к человеку, то вот, вот так вот, через шифтик прилетаете, и все отлично. Ну и пистолет, конечно же, топич просто, топовый пистолет. ДПС сумасшедший, скорострельность, ауе. Короче, пистолет это в крайних случаях юзайте. Вообще, можно походить с, ну вот, например, с Фархимом. Потому что хилка идет постепенная. И чередуем, в общем. Ой. Нет, ангела не трожь. На тебе с руки, на, обезьяна. Убил ее. Убил обезьяну с руки. Ё-моё. Не могу поверить до сих пор. Страшного танка, огромного, с руки убил. Ё-моё, что думает чатик по этому поводу? Подождите, я сейчас закрою опять все. Это... Она милишник, она дикая. А я не растерялась. Так, турелька, лечим красавчика, лечим танка. Есть резурект уже. А, резурект у вас, соответственно, накапливается в зависимости от хила, ну и от полученного, конечно, урона. Я присобачиваюсь к Фархиму, закидываю ему урона. Хиляю. Сзади танк. Блин. Хорошо. Хорошо. Ой, там нужна хилка же. Раз и два. Я тебя подлечу. Так, еще вдову спокойно сейчас можно снять солдатом. Да, она не очень. Активирую увеличение урона. Ну все, отлично, двигаемся очень шустро. Следую за тобой. Классный герой. Я не люблю, на самом деле, саппортов подобного рода. Ой, надо хил. Нужна помощь. О, ультует этот. Ну, бас. Опять ты хочешь с руки получить? Обезьяна тупая. Красавчика лечу. Ой-ой-ой-ой-ой! Я лечу! Обезьяна явно зуб имеет на меня. Но, я сказал, иди отсюда. Где я там, кто? Найдите этот чертов телепорт! Меня никто не скрывает. Ой! 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 Давай, возвращайся в бой.
Теперь ты готова, я тебя... Сейчас мы ей немножко бафнем урон. Сам хильнусь. Надо было резуракти взять, на самом деле. Меня заметили, кажется. И я один смотрюсь вообще не очень убедительно, на самом деле. Потому что я не могу подлетать таким образом к союзникам, к своим. Макри вижу. Макри вижу, Макри. Подходим тихо, постелся, постелся. На! 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 Ой. Блин, не удалось с двух выстрелов убить. Турелька слева. Ульта не нужна, да. Погодите по ульте. А, не, мы его убили, вон он. А, не, или нет, или не убили. Макри вроде жив. Чудеса современной медицины. Мать, там пишет, что можно воскресить. Да не, врут они все, ты че. Ой, не успел. Кто там мертвый-то? Давайте подождем, когда трое умрут, и тогда воскресим. По центру как бы пишут, что, мол, вот-вот, пожалуйста, есть возможность, воскрешайте. Обнаружена вражеская турель. Ну, работаем, чё? Ой-ой-ой. Да ё-моё, турель. Почему никто не возьмет-то? Ёшки-матрёшки, ну как так? Стоит не... Хоть бы хны, ну... Кто в лес, кто по дрова. Вот я вижу, что пытается Ханзос там снять его. Мне кажется, это вражеская ульта, да, полетела. Можно воскресить опять одного. Двух. Давай уж трех тогда. Трех, и ладно, резурайк. И не благодарите. Как там жжет, а? Попытка сейчас... А я могу к этой присобачиться? Давай, давай, с руки, с руки! От безысходности исключительно. Не, ну никто, есть фара, есть милишники отличные. И хоть бы... Так шли же замечательно в самом начале, великолепно же шли. Ханзос. Не, не надо, не надо, не надо, не надо. Так, хук, отличный. Блин, куда я лезу? Я сейчас работаю не как саппорт. То есть я смотрю, чего там не хватает. Что нужно это сделать. А это не моя роль. Я должен находиться сзади. И надо сразу... Вот именно, именно так. Надо просто... Просто-напросто. Все полегли. Надо держаться... Держаться кого-то. И все, и все. И больше ничего не делать. Опять ульта. Какая донная ульта, на самом деле. Ай, Ханзо. Хорош. Ну тут как бы, но все равно хорош. Почти есть ультимейт, ребят, почти есть. Всех отстреливают. Опять ультимейт. Кажется, еще обезьянка ультует. Одна минута? Блин, мы все умрем. Резурек на одного. Не катит. Ребят, давайте поумирайте посерьезнее. Ну, вот, да, сам умер. Так, что не так? Что не так? Ну, что не так? Мне нужно идти, наверное, четко за каким-нибудь Райнхартом, чтобы я был еще при этом под щитом. При этом... Ульта от Макри. Один умер. Да нет, 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 нет. Ёшки-матрёшки. Ну все.
Пиши пропало. Сейчас попробую резурекнуть, если успею. Правильно? Они же рядом находятся. Так, держитесь, пацаны. Два трупа вижу. Да, отлично. Два трупа вижу. И не воскресил. Такое дно. Я первый раз вообще... Нет, второй раз где-то за ангела играю, так что отнеситесь, пожалуйста, с терпением. Как я... А я эту обезьяну унижал в начале. Почему этот лучший момент не показывает? Я ее просто вот с приклада кадуцием мочил. Да, беда. Эпик. Сейчас все будет. Сейчас будет тьма. Сейчас я пригвоздюсь к танку. Буду следить за тиммейтами. Я вообще не важен. То есть я должен смотреть просто за остальными 5 игроками. Смотрим, кто где находится. В любой момент можно подлететь под это самое, подлечить или увеличить урон. Просто держимся аккуратно. Аккуратно и внимательно смотрим по сторонам. Потому что каждому из игроков в любой момент нужна помощь. И нужно просто видеть и принимать правильные решения. Поэтому здесь скорее нужно не фокус на врага, а наблюдательность к своей команде. Это ключевое. Не кадуция, а кадуцей. А почему? Откуда инфа? Так, золотой жезл, оплетенный 2 змеями. А, ну да, да-да-да-да. Как раз и два режима. Кадуцей. Выступал в качестве атрибута греческого бога Гермеса по аналогии римского Меркурия. Первоначально оливковая ветвь, листья. А есть орфоэпический словарь? У кого-то ссылочка есть на то, куда ставить ударение? Ну ладно, кадуцей. Непривычно, конечно. Я присмотрю за тобой. А вот и доктор. Shift, причем, откатывается очень быстро. Раз, 2 секунды, и ты уже можешь выбрать новую цель. И это надо использовать. Атака начнется через 30 секунд. Я разменивайся по мелочам. Видел новость, новый герой на подходе, говорит Бзик. Нет, еще не смотрел, кстати, новость. Но я думаю, что так же, как в Heroes of the Storm, герои будут добавляться очень... Ну, то есть, стабильно. У нас вообще нет танка. Вообще нет танка. Сделайте глубокий вдох. Так, спасли этого. Следую за тобой. Хорошо. Ну, то есть плохо, но парочку я товарищей спас. Ой, да блин. Капец. ГГ, Локи поддержал ваш канал на сумму 30 рублей ровно. Кадуцей, Google Баба не может ошибаться. Яндекс Баба, Локи, Яндекс Баба у нас. Кадуцей, Кадуцей. Кадуцей. Хорошая проверка, кстати. Тогда Кадуцей. Кадуцей, всем Кадуцеем, Кадуцей. Давай, возвращайся в бой. Отлично. Не долечил, кажись. Блин, да как так-то? И туретка там стоит. Да. Раз и два вот так вот быстренько скосил. Может, хватит уже играть в овер? Уже надоело, возвращение немножко в фуфа. Да ну, Шарка, так-то чего? Как можно быть таким эгоистом? Ты же играешь постоянно в фуфа. Играл, по крайней мере, с нами. И игнорировал наверняка вопросы людей. Типа, хватит фуфа, давай что-нибудь новое. Почему бы нам сейчас тебя не проигнорировать? Я тебя подлечу. Так, вообще резурек типа есть, но нет.
И отвлекает еще главное. Вот нубас. Так, собрались. Собрались. Резурект есть. Резурект жалеть не стоит. Поэтому идем. Вижу две фары. Не могу долететь до него. Одного могу воскресить. Ой! Да. Надо, короче, кроме того, что ты следишь за своим союзником, надо еще внимательно следить за противниками. Короче, несмотря на то, что классификация у этого героя как, типа, очень простой, на мой взгляд, она может спокойно выступать в роли такого координатора, потому что она, в принципе, не выцеливает ничего, но она должна, по крайней мере, ну, она должна видеть все. Она должна видеть всех, кто находится... Должна видеть всех своих союзников, грубо говоря, да, чтобы... Воскрешать одного я не буду, вы извините, конечно. Да блин! Еще следить за врагами, вот чтобы такого не было. Хотя на роль координатора больше, наверное, все-таки вдова. Или Ханзо подходят. То есть люди, у которых есть максимальный вижен, и они находятся на некотором отдалении, удалении от... ну, короче, они видят картину полностью. Да, блин. Да. Хреново. Ну, правильно, правильно, так и надо. Только что Трейсер узнал, что Трейсер зовут Лена. И что? Переключайся на пистолет. Против снайпера вот в этой ситуации на пистолет переключаться? Что за ерунда? Там доля секунды и все. Один минус. Заливаем ему урон. Да блин. Так, давайте резурект. Герои не умирают. Там турелька. Теперь ты готов к бою. Туда бы прилететь. Хорошо. Турельку если снять, то все будет ок. Надо привыкнуть. Давайте еще, по крайней мере, разок сыграем за ангела. И станет попонятнее. Если следить по Team Fortress 2, то основные координаторы это ракетчики. Но я очень мало играл в Team Fortress, всего пару часов на самом деле, поэтому не знаю, какая там особенность. Но игра хоть и похожа по ролям на ТФ, но тут все-таки... О, нифига себе, я попал в топич. Голосовать за себя не буду. Ульт зарешал. Да, только ульта зарешал. По-другому бы не вытащили вообще. В конце концов взял и всю команду выхилил. Круто же. Ну да, но непривычно, очень непривычно играть за нее. То есть у меня после определенных, ну там, трех дней игры сложилось уже какие-то рефлексы, что вот есть противник и надо его мочить. Вот ты видишь цель и надо и в нее там стрелять, там откидывать, там использовать способности. А получается, что тебе не важно. Ну, то есть тебе важно, где находится противник, но не с той точки зрения, что по ней надо стрелять, а с той точки зрения, чтобы сделать так, чтобы он тебя не убил, и ты при этом продолжал еще бафать своих союзников. То есть, возможно, как только появляется противник рядом с тобой, ты должен менять цель, чтобы просто улететь подальше. Это, кстати, хороший момент. Потому что бывает так, что тот товарищ, которого ты лечишь, он даже ухом не ведет. Тебя там убивают в тылу. Ты его там лечишь. И где-то с тыла тебя убивает. Нехорошо выходит. Надо кидать таких пацанов, короче, и все.
Можешь хоть в следующем раунде ты ультанешь больше одного раза, говорит Рейзинг. Я постараюсь ультануть в следующем больше, чем один раз. Спасибо. Тем более у нас оборона. Так что тут будет очень много хила. И я могу даже сказать, что я ультану больше двух раз. Могу даже забиться. Я тебя подлечу. О, попец. Ну что ты поворачиваешься, слышишь? А, она на всех щиты раскидывает, это правильно. Итак, у нас есть ярко выраженный танк Фархем. Цените эти последние мгновения тишины. Теперь ты готов к бою. А урон заливается, ну просто он... Ты либо... Ты если отпускаешь человека, у него уже урон уменьшается. К сожалению, точных цифр относительно ну, количества увеличивающего ну, урона, который увеличивается, не знаю, 20%, 30%, может 50% вообще, у меня нет. Ну и, в общем-то, в свободном доступе тоже. Странный танк. Фархем. Фархем стоит подальше, так. Не это самое, не алло. А, он хочет... Он хочет просто попритягивать. Сверху вижу Ханзо. Опа, вижу его. Вижу, что ему нужна помощь. Тут трейсер. Там нужна помощь нашему... Ой, хорошо. Ой, плохо. Не, ну извини, резуректить не буду. Слева, слева трейсер обходит. Я тебя подлечу. Да, я, конечно, я полезен с такой пукалкой. Очень полезен. Заливаем Фархема. Отлично, справились. Меня никто не... Увеличиваем урон. Лечим здесь. Ульта полетела. Так, есть ультимейт мой. Давайте договоримся, что 2 плюс я восстанавливаю. 2 плюс. Увеличиваем урон. Там солдат стреляет. Пытаются поудить Фархем. Теперь ты готов к бою. Не удится пока что. Ой. Там трейсер. Симметра. О, давай, ультуем. Герои не умирают. Да, я сверх полезен, конечно, со своим пистолетом. Это, конечно... Так. Так, урон сейчас товарищу. О, нет! Блин. Снайпера не спас. Не-не-не-не-не-не-не! У-ху-ху! Умри, умри! С приклада! На тебе! А вот и доктор. Лечим. Бафаем. Лечим. Вижу, Ханзо плохо. Ульта! Тут и мне будет плохо. Но он не жалеет ультимейт, видит там пару противников. Вижу Фархема и пытаюсь вылечить. Так, у него все хорошо, надо Ханзо подлечить. Не-не-не-не-не-не-нет. Там, кажется, да, убили снайпершу. Снайпершу залью дамаг пока, давай. Справа, 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 трейсер! Бомба пошла и улетела, ха, дура! Извините, извините.
активирую увеличение урона. Так, сейчас ульта будет. Я обещал как бы как минимум две. Осталось одна минута. Ультую. Не, не ультую. Теперь ты готов к бою. Так, вижу снайпера. Я обнаружила врага. Так, один минус. Исцеляющий поток. Второй минус, резурект. Герои не умирают. Вы у меня в прицеле. Убейте его! Я помогу. А вот и доктор, осталось 30 секунд. Не сдавайтесь, осталось немного. Ай да я, ай да я. Где болит? А что, они эту точку не возьмут, что ли? Ой, возьмут сейчас, кажется. А может и нет? Нет, все нормально. Держимся, держимся, держимся. Изи. Изи. А, нет, не дополнительный. Ну, в смысле, не держимся. Все, готово. Нормально. Ну, два раза воскресил. Как бы на третий, видите, они даже первую точку не взяли. Ну, что я мог сделать? Как обещал, так сделал. Лучший игрок матча. Молодец. Ну, хотя вот тут по фаре попал. Хорош. И здесь попал. Неплохо. Но серия убийств? Я же не бил никого. Вы что? Какая серия убийств? Очень хорошо отыграл, говорит Дизи Стайл. Ну, фиг знает. Ладно, хорошо. Мне, в принципе, роль этого персонажа стала попонятнее. Давайте перейдем коротенько к следующему. Солдат 76. Ой, это будет что-то. Да ежешь! Четвертый раз играю за солдатика. Вы у меня в прицеле. Тра-т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 а-
Да ежишь.